Ну и в завершении выпуска лучший двор, дом и подъезд определили в Нерюнгри. В столице Южной Якутии завершился ежегодный смотр-конкурс. Победителям вручили дипломы, денежные премии и памятные таблички. Какие же они? Лучшие дома Нерюнгри узнаете из нашего материала. В доме с недавних пор создана ТЦЖ. Благодаря сплоченной работе управляющей компании и жителей, дом по улице Южная Якутская, 41, удостоился в этом году звания «Лучший дом». Конечно, как управляющей компании приятно, что вот у нас есть такие дома, есть такие активные жители, с которыми можно сотрудничать и приводить дома в красивое, ухоженное состояние. Номинация «Лучший двор» в этом году досталась дому по адресу улица Геологов, 59. Лет 7 назад жители начали своими силами облагораживать собственный двор. Мы собрались, подумали и сказали: площадка отдыха должна быть. Нашлись активные и талантливые жильцы, которые сделали разные фигуры из подручных средств. Купили вазоны, занялись озеленением. По памятным датам здесь меняется тематика оформления. Сразу видно, что в этом подъезде живут очень ответственные и сознательные люди. Мы живем очень дружно в доме. У нас все работают, все хотят помочь чем-то. Соблюдают чистоту, порядок. Итак, наша сегодняшняя экскурсия еще раз доказала, что красота и чистота домов зависит в первую очередь от самих жильцов.